В финальной игре на центральном стадионе юные футболисты встретились с командой из Казахстана. Первый мяч в ворота соперника забил ростовчанин Даниил Карпенко, а второй уже на последних минутах матча Артем Субботин. Сравнять счет командам не удалось. В итоге 2-0 в пользу «Звезды». Напомню, турнир проходит на курорте уже в четвертый раз. В этом году он собрал 10 команд. Лучшие футбольные клубы России, а также сборные Азербайджана, Осетии, Казахстана, Молдовы и Абхазии. На уровне каждого муниципалитета сегодня стоит задача развития массового спорта. Сегодня у нас только в Краснодарском крае, только за последние 4-5 лет создано колоссальное множество спортивных баз, спортивных залов, новых стадионов. В этом году турнир юбилейный. Всероссийские соревнования «Кожаный мяч» проходят в нашей стране с 1964 года. В свое время турнир помогал дворовым командам выйти в Лигу чемпионов. До сих пор соревнования считаются кузницей кадров отечественного футбола. Состязались спортсмены в течение 6 дней. Награждали не только сильнейшую команду. По традиции кубки получили лучшие футболисты турнира – бомбардиры, защитники. Кстати, лучшим вратарем признан голкипер детского футбольного клуба «Сочи» Даниил Денисов.